Инспекторы Управления государственной инспекции труда привлекают внимание общественности к проблеме сохранения безопасных условий на рабочем месте. С этой целью они проводят различные мероприятия с участием сотрудников предприятий, организаций, руководства и компетентных органов, семинары, круглые столы, совещания. Об итогах анализа по соблюдению прав работников рассказали специалисты. По информации инспекторов Государственной инспекции труда по Восточно-Казахстанской области, на производстве за 8 месяцев пострадали 78 человек. Права и обязанности работника и работодателя в области безопасности и охраны труда регламентированы статьями 181 и 182 Трудового кодекса Республики Казахстан. Государственная инспекция труда регулярно проводит проверки на предмет соблюдения законодательства в области охраны труда и защиты прав работников. С начала 2023 года управлением Госинспекции труда проведено 349 проверок, из них выявлено 1034 нарушения в области трудовых отношений, 624 в области безопасности охраны труда, 668 по занятости населения, 42 нарушения. В результате проверок выдано 231 нарушений предписаний с привлечением к административной ответственности 96 работников на общую сумму 27,5 миллионов тенге. За 8 месяцев текущего года на производстве пострадало 78 человек. Из них 5 со смертельным исходом, 36 с тяжелым и 42 с легким исходом. Общий уровень производственного травматизма по сравнению с прошлым годом снизился на 32,4%. Вопросы производственного травматизма, профилактика и предупреждение несчастных случаев находятся на постоянном контроле государства. Сотрудники Госинспекции труда призывают общественность области сообщать обо всех нарушениях в области безопасности и охраны труда, о которых им стало известно. Анна Мансыпулова, Фатима Тлейхан, Казимир Асхатулы, Алтай Акпарат.